Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. Хочу продемонстрировать в работе смеситель зерна, всех сыпучих. Это я сделал на заказ для Виталия, Харьковская область. Все так же конструкция, как и раньше. На колесах все четыре стойки. Подключенные на 380, три фазы. Двигатель 2,2 киловатта тысячник. Двигатель новенький. 200 литров бочка и конус. Конус 50 литров, наверное, через шкивы. Вот так закрепил двигатель на раму. Тут пазы для натяжки ремня. Засыпал пол мешка ячменя. У меня больше нет для тестирования. Сейчас включим. Проверим. Рост мой 1,77 м, наверное, 1,80 м тут точно. Она напишет, я уже говорил. Сейчас включим, посмотрим. Две крышки, самоцентрирующий подшипник. Вот его работа. Там на дне осталось вообще ничего практически. Стоят в верхнем фланце сальник. Там два подшипника радиальные упорные. Обязательно упорным должен быть. Потому что нагружает, давит на шнек, он поднимает, и должен быть упорный подшипник. Обязательно. Все работает. Вот он сейчас работает его. Тихо очень. Кому интересно, звоните, заказывайте, будем общаться. Желаю всем здоровья. До свидания.